намеченной дорогой я выбился из сил. И в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Но уже с тобой историй, коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. На улице темнело, сидела я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путника, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Волки среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Путь как дома, путника, я ни в чем не